Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Форум, Абгай, Гусанёк, ОЛТВ, Сильвер, Курикс, Фокс, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем нравится, когда мы некстботами ломаем деревянные постройки. У нас есть классный мод, когда можно вселяться в некстботов и управляете вы ими. Смотрите, как это круто смотрится. Теперь я буду ломать здания, а не NPC. Испечь, кушать, приятного аппетита. И начинаю все разрушать и скидывать пацанов. Я, наверное, зря стала на самой... Ого, я могу прям нажимать? Первая. Я, ну, ломаю. Смотрите, пацаны, на одну сторону перекладываю. Капец, всё. А ну-ка, да. Ну-ка, ну, смотри, смотри. Ладно, давай с этой стороны поломаю, я сейчас выровняю, пацаны. Ты так. Шо, круто получается. Так, это тоже уберем. Опа. Ну что вы... О, смотри, как я могу сделать. Вот это близко. Нет. Офигеть. Кто выиграл? Еще вон еще кто же. Так, пацаны, я понял. А как я достану вас? Я сейчас на плитке эти запрыгну. Сейчас. Да не надо. Надо. Блин, а как-то он странно. Он как-то странно управляется. Да стой! Да блин, во-во-во! Ну блин, давай! Да все нормально, все есть! Есть! Кто последний? Форум. Форум, ты красава, молодец! Залетайте, пацаны. Очень сложно будет, очень. Подумай, так, клонится, пацаны. Ты чё, псих? Тихо, я держусь. 80 хп тра. Блин, меня прихлопнуло просто. А это считается, что я упал? Ну, конечно, это земли коснулся. Ну, все, это земли коснулся. Все, обгамини последний. Не, плитка не считается, нет. Я тоже так люблю читерить. Ну все, у нас есть победитель. Оно маленькое, но будет очень интересно, так как Гусанёк должен первый слиться. Давай, Абунга. Мы тебя не боимся. А он сюда может допрыгнуть или нет? Ой, уже шатается. Может, наверное. Ну что вы, психи? Тихо, я живой. Нет, я не умру. Ты умрешь. Потому что конкуренция, я должен выиграть. А! Я живой, пацаны, я выиграл. Я тоже. Не, не, уже все, Фокс, ты не выиграл. Нет, я на доске стою. Нет, все. О, капец, Дима выиграл. Отлично, ура. Так, давайте начнем с середины. Лифт пошел отсюда сразу. Что там, пацаны, шатается? Да, ну, почти. Почти, да? А давайте еще середину разрушим здесь. Блин, ну классно NPC разрушать все. Это очень круто сделано. Че, стоит? О, давайте прям вообще 4 ножки оставим просто. Блин, я там поломал. Ладно, давайте здесь сломать. Оно сейчас резко начнет рушиться. Шатается? Ого, оно шатается, круто. А так вот. Ого, ну ладно. Давайте мы его еще чуть-чуть подрихтуем. Ха-ха, оно уже аж ножки согнуло. Во, вот эта нагрузка сейчас колоссальная идет. Все. Я даже могу ничего не делать. Просто смотреть, как оно падает. Одна часть падает, давай делай. Вот, я его поставил, пацаны. Пошло. Убьет нас. Че, живые еще? Да. Да. Молодцы. Ладно, давайте дальше разрушим. Ох, ты. Ё-моё. Че ты, Гусанёк, думал? В сказку попал? Ага, вот еще. Наблюдайте внимательно, кто из них последний останется живой. Я в блоках. Все, остался один. Сильвер. Все, ты молодец. Смотрите, какой классный дом подготовил. Который сейчас разрушится просто за пару секунд. Ну, я думаю, за полминуты и здания не будет. Ты как Марио, кирпичи пробиваешь своей башкой. А! Ой, ладно, блин. Ладно, согласен, слился. Да, ё-моё. Так, Спанч Боб последний коснулся. А, нет, вот. Вот еще двое. Вот еще двое. Так, подожди, одного вижу, один еще. А, вот вижу. Бенди, так, ну, тебе жопа. Пожалуйста, давайте Абгая. Все, Бенди выиграл. Бенди выиграл, красавчик. Неожиданно, но молодец. Смотрите, какое эпическое здание у нас сейчас будет. О. Ого. Сейчас у нас гномик будет, смотрите, приближается. Он намного жестче. Я упал тоже. Ого, оно шатается. А то я уже тут шатаюсь. Да пощади, гномик. Ну не мочи нас, пожалуйста, сильно. Блин, я вижу, как там все шевелится внизу. А, ты на лифте, я с тобой.
Как это победить? Блин, не могу, пацаны! А! Все, прощайте. Вы что, упали? Нет. Нифига что? Себе, она уже... Она зафрижена. Так, не, еще стоит, все хорошо. Она зафрижена. Так у нее платформа... Она зафрижена? Ножек нету. Да, она... А ты не можешь сюда допрыгнуть, не? Нет. Раз уже это есть здание, давайте я вам покажу, как его можно разрушить. Оно не зафриженное. Оно было только одна часть зафрижена. Все. Я живой. Во. Ты залез, Фокс. Гусенек, ты выиграл. Ура. Молодец. Кстати, насколько было хрупкое здание, что одним выстрелом базуки можно его было уничтожить. Смотрите, какая у нас сейчас будет гигантская постройка. Гусенек, ты знаешь, что ты очень слабый гномик? Ты должен лучше играть. Ты у меня умер. Так я сейчас это и делаю. А, йоу. А кто мне скинул? Ладно, я живой, отлично. Я живой, все хорошо. Ого. Гусенек, ты что, псих, что? Ох ты. Ай-яй-яй, доской по башке прихлопнула. Так, а кто еще живой? Вот. Два человека, интересно, кто же из них будет победителем? Внимательно смотрим, кто же первый коснется земли. А, я выиграл. Все. Красавчик, молодец. Я знал, что ты будешь плохо играть. Так, Гусунёк, где самое лучшее место на этой карте, чтобы выиграть? Показывай. Ну, по сути, вот это. Это самое лучшее, да, место? Да. Не-не-не, я не хочу умирать. А если оно наклонится в ту сторону? В принципе, это уже происходит. Тихо-тихо-тихо. Блин, ее так шатает. Пацаны! Упал. Ого! Нет, я живу. Так, Гусенек, спасибо за подсказку этого места. Ладно, все, я умер. Нормально, нормально, сейчас. Все, 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 держимся. Держимся, держимся. Выживем. Блин, вот это оно наклонилось. А, жизнь. Жизни, жизни. Отлично. Вот это мы переклонились, а ну стоим. Это уже на стене, получается, стоим. Блин, я думал, нам кто-то еще остался в живых. Все, мы вдвоем, Гусенек, кто же из нас будет лучше? Я еще вижу. Нет, Фокс, ты уже все, это все. А! Ой! Смотри, это новая постройка, которую мы, кстати, еще не использовали. А, не, использовали когда-то давно. И она очень круто разламывается из-за того, что здесь тросы ее сдерживают, как бы прочности очень много. Гусенек молодец, сразу дырку занял. Ладно? Ну что, ребят, я маленький гномик, я давай, это давай. Пацаны, готовьтесь. Я же хочу в эту дырочку пролезть. Ты умрешь, да? Скорее всего, когда в ней окажешься. Не-не-не-не. Ну да, кстати, я вспомнил, поэтому не буду лучше. Так, ЛТВ, отойди. Так, пацаны, ломается под нами. Держитесь. Ой-ой-ой. Ладно, слились. Красиво при том. Я остался еще. Вот кто выиграл нас. Ой, я тебя тоже вижу, Фокс. А подожди, а кто выиграл? А, все, Курикс получается. Вот это он вынес просто кусок. На лифт, все на лифт, пацаны. Где? А лифт, смотрите, сбалансируется, не так там кидает. Ё-моё. Так, отлично. Отлично, я держусь. Главное не паниковать. Все четенько. Стой, ну куда ж ты идешь? Да не, иди сюда. Прикольно, так штыри торчат эти. Постройка эпическая, на самом деле. Форум. Есть, проиграл. Это было красиво. Так, а где вы еще? Не вижу вас. Вот, Гусенек еще живет. Гусенек, ты выиграл. А, что, я выиграл? Да, ты один остался. Молодец, не ожидал, что ты можешь выигрывать когда-то еще. Ну видишь, все-таки этот, как его? Короче, да. Смотрите, какую я подготовил крутую постройку. Очень большая и будет сейчас круто разрушаться. Гусенек, давай, удиви. Сделай в этот раз красиво. Вход идет на бунка. Давай, давай. Ого! Нифига себе, одним ударом решил вынести. Так, я буду директором. А на стул нельзя сесть. Тут что-то горит. Так, тут я уже вижу, вы на троих соплях держитесь. На троих? На твоих? На чьих? А то ты прям... Сейчас я думаю, я одно снесу, все, вы сразу же полетите. Ломай у тот угол, который ближе к воде. Дима, уходи. Не, ломай. Не, я уже сломал другой угол. Ладно, ну-ка посмотрим, что вы будете делать с одним углом. Давай. Только не наш же угол ломай. Так, ладно, понял, сейчас надо еще. Блин, опасно. Ого, он шатается сильно как. Щенок, ты нас не убьешь. А где он? Я тут. Под вами буквально. Я под вами прям. Гами не убей. Что там, не получай? А, вижу. Надо. Что-то там происходит. Наверное, лучше переместиться, опасно. Она зафрижена? Да. Ты думаешь? Ну, я просто... Она посмотри, как я уже... Нет. Ого, она шатается. Там, блин, пацаны! Есть, я живой. Хорошо. Не, ну просто... А, ну да, давай я расфрижу, стой. Я уже просто... Ой. Я выжил. Да, пацаны, ну расфризил. А еще и живые. Гусенек, ломай дальше. Еще куча людей же. Ого.
Ты разрубил просто напополам. Все. Все разлетелось. Я выиграл. Да, ты победил. Это да. Вот такая у нас есть постройка, она очень маленькая. При желании ее можно расфигачить просто за 2 секунды. Давай, удиви нас. Так, я должен выиграть, надо сразу сюда идти. Нет, туда. Ого. Ломает? Да, я вижу, стена разлетелась. Ого. Он псих. Что за зверь? Во, отлично. Хорошая тактика, пацаны. Ё-моё. Он разрубил напополам. Ух ты, плитой по башке дал. Мы что, все слились? Нет. Вот еще в здании, я вижу. Там музычка играет. Так, ОЛТВ выиграл. ОЛТВ, ты красавчик. Так, кто больше всех победил в этом ролике? Я 3 раза выиграл. Да, форум выиграл. Ну все, форум, ты победитель. Мы тебя поздравляем. Где ты находишься? Я тебе хочу медаль дать. Вот я. Молодец, ты вы. А, вот так ты... А, вы хотите войну устроить, пацаны? Я хочу тоже, давай. Что вы делаете? Я же вас вообще не трогаю. Пацаны, бегите! Эй, что-то не взрывается! Вы удалили? Вы... Да, пацаны, ну взрывайтесь! Ай! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока! Всем пока!